По председательствам акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева и прокурора области Нургалыма Абдирова состоялось совместное заседание комиссии по вопросам профилактики правонарушений и Градодиционного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. В нем приняли участие первые руководители правоохранительных и государственных органов области. По сообщению заместителя начальника департамента полиции Тимербека Разымбетова, в текущем году уровень преступности в регионе снизился. Так, по итогам 4 месяцев текущего года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года количество правонарушений сократилось на 33%. В том числе уменьшилось количество краж, грабежей и изнасилований. Также снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, уменьшилось количество пострадавших в них людей. Этому в определенной степени способствовали меры профилактического характера, применение к нарушителям административных мер. Особое внимание уделено раскрытию краж. За последнее время улучшилась раскрываемость этого вида преступления. Так, в ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские выявили преступную группу, занимавшуюся кражей кабеля. В 2019 году пресечена деятельность 15 преступных групп, специализированных на краже скота. Более 500 голов скота возвращено их владельцам, а за 4 месяца текущего года выявлено еще 10 преступных групп, промышлявших кражами. Полицейскими также больше внимания уделяется профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Вместе с тем, на заседании отмечено, что на фоне общей положительной динамики на территории области были совершены особо тяжкие преступления, имевшие широкий общественный резонанс. Это свидетельствует о том, что меры, предпринимаемые правоохранительными органами по профилактике правонарушений, не в полной мере отвечают предъявляемым требованиям. Нет взаимосвязи между госорганами, отсутствует глубокий анализ причин и условий совершения правонарушений. По мнению акима области, органы полиции не дорабатывают по ряду важных направлений своей деятельности. У них нет тесной связи с неправительственными организациями, администрацией, родительскими комитетами, учреждений образования. Именно этим отчасти можно объяснить преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, и правонарушений в молодежной среде. Безопасность людей – это приоритетное направление нашей деятельности, и в этом важном вопросе не может быть мелочей. К сожалению, по ряду позиций в деле обеспечения общественной безопасности в работе правоохранительных органов имеются серьезные недоработки. Отдельные их подразделения не справляются со своими задачами, не организована, к примеру, должным образом работа ювенальной полиции, школьных инспекторов. В своей повседневной деятельности правоохранительные органы должны опираться на неправительственные организации, общественность, привлекать к содействию граждан с активной жизненной позицией. Ведь у каждого дома полицейского не поставишь. Подобное сотрудничество дало бы положительный результат и в выявлении воров, а также вандалов, наносящих вред культурному и эстетическому облику наших городов и сел. Высказался аким области и по вопросу безопасности на дорогах. В этом деле тоже есть недоработки, в том числе со стороны городских властей и местной полицейской службы. Полицейским следует строго пресекать нарушения правил дорожного движения, в том числе парковку автомобилей на проезжей части. Ведь нередко из-за этого случаются происшествия на улицах больших населенных пунктов. Правильные разметки, дорожные знаки и светофоры – все это тоже составляющие безопасности движения. На заседании обсужден проект плана профилактических мероприятий по программе «Тарас – безопасный город» и мобильного приложения «Тарас Сити», разработанного прокуратурой области в целях снижения уровня преступности в областном центре. К сожалению, криминогенная ситуация в Таразе по-прежнему остается сложной. По информации прокурора города Жамбыла Сметова, в 2019 году 6 из 10 преступлений, совершенных в области, приходятся на Тарас. 70% ущерба от преступлений приходится на областной центр. По итогам 2019 года к уголовной ответственности привлечены 2435 жителей города. Преступности среди несовершеннолетних и по наркопреступности Тарас лидирует среди других городов республики. Порядка 7 тысяч жителей города состоят на специальном учете, как алкоголики и наркоманы. Разработчики проекта «Тарас – безопасный город» считают, что его реализация позволит оздоровить морально-нравственный климат в городе и будет способствовать уменьшению преступных проявлений. Участники заседания одобрили предложенный проект. Подводя итоги заседания, аким области отметил, что надо активнее вовлекать молодежь в общественно полезную деятельность. С этой целью стоит возродить студенческие страны, строительные отряды, добровольные народные дружины. Молодыми людьми должны быть загружены и наши многочисленные культурно-спортивные объекты. Катерина Иващенко, Ханабель Хаир, 77 News.